Моя мама Валяева Нина Васильевна, 1926 года рождения. В годы войны была совсем юной. Вместе со взрослыми работала на военном заводе. Изготовляли снаряды и другие военные боеприпасы. Рыли траншеи, окопы. Работали под девизом «Все для фронта, все для победы». Сейчас моей маме 93 года. Я посвящаю ей строки из своего стихотворения. Мы тебя все любим очень, хоть и редко говорим. Внучки, правнучка и дочка, все обнять тебя хотим. Оставайся с нами дольше, ты нам всем нужна сейчас. Может, светлых дней побольше, для тебя Господь припас.